Что там, Филадельфия? Помните эту камеру? Ля-ля-ля. Ля, сука, идет зомби. Ну, это сейчас я в прямом эфире поставлю. Оп. Что это? Сейчас с мужиком на инвалидном кресле происходит. Он загнулся! Он просто, блядь, загнулся и чё, и всё? Он уснул? Он спит, блядь, ему плохо, и всем похуй, все мимо просто проходят. Вот она, Америка, ребята. Это, кстати, та самая Пенсильвания, где была жесткая борьба. Но понятное дело, что это Нарик обдолбался и сидит, зависает. Трек и крек. Что нужен для удовольствия и счастья? Алло, он сейчас упадет с коляски. О, проснулся. Я просто жду, когда он поедет. Давай, вперед, давай. Причем он ходить-то может. Он просто где-то отжал коляску и на ней катается. Видите, ноги-то у него работают. Оба, нихуя себе, поехал. Ива, ничего себе, нормально придумал, да, удобно. Я уже наизусть знаю этих людей тут. Нормально. Просто, блядь. Не, а чё, удобно? Убежал. Я даже не... Он убежал или уехал? Как это комментировать? Да, здесь интересный контент. Можно так сидеть и в прямом эфире ловить всякие разные кадры. Или кадров, блядь, я не знаю. Короче, мне надо переезжать в этот район. Это Филадельфия, район Кенсингтон. У них там отряд полиции идет через дорогу. Вот, смотрите. Вот это ничего себе. Там рейд, что ли, какой-то происходит? Короче, переезжать сюда и стримить ИРЛ вид из окна. Просто так же камеру поставить и все. О, опять обдолбанный какой-то загнулся. Или что с ним? А, ну да, да, зомбу. Давай первому, кто помашет, 5к. Ага, и... Я думаю, что это будет его последние вообще 5к в его жизни. Последнее махание рукой. Тут я не знаю, только если за 5к долларов. Но я пока не готов такие деньги платить. Ебать, что там произошло? Там велосипед появился на дороге, вон. А, вам не видно, блядь. Вот лежит велосипед. Ага, оба. Понял. А они вообще не знают, что тут камера или что? То есть среди них никто не в курсе. Есть где-нибудь в интернете нарезка самых интересных. Стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Lost Team. Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт это Lost Team. Lost Team купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Самых интересных моментов с этой камеры. По-любому же... О, опять тот мужик, походу. Очередной типа инвалид. Что она подобрала тут? О, бычок, сигарета. Сюда лут. Ой, голубь ходит, что-то подбирает здесь. Тоже бычки, наверное. Это что такое? Они его фоткают? А он спит или мертвый? Ну, написано sleeping. О, блядь! Ёбаный рот! Чё нахуй? Чего, блядь? По нему машина проехала? Охуеть! Уже не sleeping. Пиздец, ну водитель, а как он мог не заметить-то, блядь, что у него лежит там? Ебать, пиздец. Ты название прочитай. Подожди, и шо, подожди, а почему он уже в другом месте лежит? Ой, смотри, я ничего голубь. Слепая зона была, да я понимаю, но... Водитель же как-то в машину сел, чё он, блядь, не посмотрел вокруг. Это другой? Не, это тот самый, вот, розовые штаны. Оттащили его, пиздец, что? Вот эти самые полицейские, которых мы там сейчас видели. В такой же одежде. И что в итоге?
Живой? Учитывайте, что в отличие голосов всех в Нью-Йорке, Филадельфии или Чикаго, голоса именно этих ребят очень сильно решают на выборах. Так же он живой, блядь, я не понимаю. А эти вообще не голосуют, я думаю, алё, о чем ты? А что это было вообще? В смысле, машина, считай, по его голове чуть не проехала. Или проехала. Какого хрена? Какого хрена? Не понимаю, блядь, что? Это до? Видимо, сейчас упадет, головой ударится. Он просто, блядь, реально лег спать. Пиздец. Ёб твою мать. Бля. Какой ужас. Фу, блядь, пиздец. Так ему хуёво, по-моему. Причём, обратите внимание, полицейские просто, типа, его потормошили и ушли. Они ему даже ничего не сделали. Чел под наркотой. Возможно, передоз. Но это район такой в Филадельфии есть. Там, в принципе, реально... Ты можешь там, мы там были с Шевцовым, там куча наркоманов, которые буквально с иглой в руке сидят, вот, и полицейские проезжают мимо. Мимо просто, они даже, ничего не делают. И там весь район такой, тут поэтому все в говне. Типа, это район, где живут наркоманы исключительно. Только наркоманы. Это, типа, их небольшой район. Мужик, вот мужик, вроде видит, что здесь кто-то лежит. Причем даже, я не понимаю, посмотрел, нет? Да, не-не-не, не едь. Блядь. Пиздец. Ну и? Алло. Да, блядь. Вот эти двое подходят. Которые начали его фотографировать там туда-сюда. Блядь. Да ну на... Что, блядь? Подожди, дайте я... Стоп! Окей, машина едет. Проезжает по нему, блядь! И он после этого встает. Не, она прям вот так ему проехала. Вот так. Пиздец. Он там в крови, по-моему. Жесть, блядь. Он в ахуе. И чё в итоге? А скорая будет? Всё? А где скорая-то, блядь? Чё люди-то встали? А вот и скорая. Это полиция. Живой. Вроде. Что я могу сказать? Пиздец.
Кто этот человек, нет, который снимает все это, а? Камеры управляет, приближает, отдаляет. Как ролик назвать? Зачем тебе этот ролик? Куртку жалко. Машины с GTA, пиздец. Да-да. Ебать, ему в больничке счет выкатят, он умрет сразу. Таким тут вообще никаких счетов не выкатывают. Ничего у него не будет. Смотрите, здесь несколько камер. В одном районе... Страховки у человека нет. Да, посмотрите на эти превью этих камер. А ну-ка. Так, это мы видели. Ой, блядь. 7:25, да, это прямо сейчас. Что-то полицейские там... Я так понимаю, это вроде метро. Это возле метро. Блядь, тут перематывать нельзя, сука. Вон там объёбанный какой-то сидит. Вот она, целевая Трампа. Да-да, ага, конечно. Та самая, да-да. Ля, сука. Бабуль, ты что там забыла? Пиздец, посмотрите на этот... На эту картину. Они ставят полицейские, а вокруг них все вот такие... Бля... Да это не целевая, не Камалы Харрис. Хотя, скорее всего, Камалы Харрис, потому что демократы таких поддерживают и таким помогают. Причем, знаете, как помогают? Они им дают бесплатную наркоту. В демократических штатах, блядь, у мужика штаны спадают. Они им бесплатно наркотики дают или дают им шприцы бесплатно, чтобы они этими шприцами пользовались и не заражались друг от друга СПИДом и так далее. Вот. То есть они не пытаются избавиться от проблемы. Они, наоборот, просто как бы, ну... Ну вот вам шприц, как бы, кайфуйте дальше. Ну, дальше их кормят бесплатно, им одежду дают бесплатно, им все бесплатно дают. И иногда им реально выдают наркоту. Чтоб они, как бы, ну, не грабили, там, вот этой хуйней не занимались. Ну, это пиздец, что это, блядь? Поэтому, по факту, да, это сторонники Камалы Харрис. Одни из. Я не говорю, что они все такие. Но если и выбирать им кого-то, им было бы выгоднее, ну, Камалу Харрис выбрать, да? Пиздец. И они прям под камерой сидят, эта компашка. И это все в одном районе. Что она? Опять какой-то мужик сидит на каком-то кресле. Женщина, блядь, с каким-то пакетом ходит. Это правда, что в американских магазинах свободно воруют, им ничего за это не делают. Только в демократических штатах. Но там не прям все можно воровать. Там до 900 долларов, 950 долларов вроде. Если ты наворовал на сумму меньше, чем 950 долларов, то тогда да, ничего не будет. Ну как ничего? Ну типа, блядь, ну, на тебя не заведут дело. Но если ты второй раз это сделаешь, то тогда уже да, пиздец. И это все демократы, поэтому-то, собственно говоря, в Америке не то чтобы... Ну, а вот поэтому, собственно, мы и видим результат, наверное, выборов. Потому что за последние 4 года это слишком уж активно и слишком часто происходило. Грабежи, блядь, и прочее. Опять же, в Сан-Франциско все магазины почти в центре города закрылись. Там ничего не осталось в городе. Потому что вот так ходили и... Пиздили все, из магазина выносили постоянно. И магазина просто, ну, не вывезли финансово. Во, мужик, хуёво. А, это волонтеры, походу. Ну вот я про них и говорил, короче, да. Я не знаю, может я ошибаюсь, но в этом районе работают волонтеры, которые помогают наркоманам. Они их кормят и дают даже наркоту бесплатно. Зачем? Ну, блядь, чтоб они не ходили, не грабили людей, не убивали, не резали за... Я не знаю, за еду, за деньги. Наверное, для этого я хз. Чтобы ситуация еще сильнее не усугублялась. Какие-то заборы стоят. Но это не вся Америка такая, так что можете не радоваться. Вон тоже там сидят, блядь. Обнюханные все. Причем машины-то нормальные стоят, не? Ой, ёп. А, это опять вроде как то самое место, только с другого ракурса. Вот этот дед с опущенными штанами. Snoop Dogg. Да, после... А, вот это под кайфом, смотрите, залипает солевой. Вот этот что-то... Вколол, видимо, что-то в себя. Стоит, не может, блядь, нормально контролировать ситуацию. Ловит связь с космосом. Ля-ля, его кроет. Ля-ля, сука, ля, блядь. Чтобы вы понимали, это станция метро. Это вход и выход на метро. То есть, вот ты можешь приехать, да, я не знаю, случайно. Первый раз в Америке. Решил покататься на метро в Филадельфии. Приехал сюда, спустился, а у тебя вот это поджидает. Сюрприз. И это еще мало людей. Здесь порой прям все засрано. Вся лестница в наркоманах, блядь, в бомжах.
Они вот так все тут валяются, сидят. Ты даже не можешь нормально выйти или зайти в метро. И хер знает, что они могут тебе сделать. О-о-о, что такое? На метро опаздывают. Ой, бля, интересный контент, конечно. Надо этот канал оставить себе в сохраненных. Ебать, это Мерседес, что ли? Валяется, смотрите, тоже вон под кайфом лежат, видите? Все. Сейчас я даже, наверное, найду момент, где... Ебать, чел привидение. Физер размывает. Сейчас вот эти в углу валяются. А, они похавали. Они тут хавают. Хавают, хавают. В России таких по 20.21 КУАП задерживаем. И это 60% работы. Чтобы одного такого оформить, уходит 3-4 часа. Но зимой особенно столько людей спасли, потому что они бы замерзли насмерть. Да, зимой пиздец, кстати, в Филадельфии очень холодно. Холоднее, чем в Сибири. А в Америке с этим, видишь, намного проще. Похуй. Вечер, а у них плюс 26, холодно, чел. Холодно. Холодно в Филадельфии, в Нью-Йорке становится где-то в конце нет, в середине декабря, короче говоря. В январе, февраль, пиздец, вообще тут заморозки, нахуй, тут на улицу выйти невозможно. Сейчас-то да, тепло, но это сегодня, и то это исключение, потому что вчера буквально было плюс 8. Сейчас, блядь, плюс 26. Ой, ёб твою мать, что с ней? Что, куда она переехала? Её грабят? Что происходит? Блядь, я все пропустил, сука. Алло, Что? Куда она уползла? Почему там Мерседес постоянно один и тот же проезжает по этой улице? Барыга? Да, что ж такое-то, а? Всем интересно просто, что с ней произошло? Как она так сдвинулась-то? Короче, блядь. Что за музыка? Что это, блядь? Мороженое, что ли, едет? Оно даже и здесь... Блять, какая хуйня страшная. Это, в этом районе можно реально хорроры снимать. Мишка Фредди приехал, блять. Он живет в этом районе, наверное. Я не удивлен. Суки, блядь, как будто реально Мишка Фредди смеется. Люди ходят, видите, от них прям... Я не знаю, что это? Реально, как будто все привидения какие-то. Опа. Что такое? О, доебался. Есть рубль? Нет рубля. О, сейчас... А женщина куда ползет? Ей, походу, эта музыка не нравится. Смотрите, ее начинает это... Она паничку словила, походу. Bad trip. А просто поползла, блядь. Куда? Там полиция хуярит. Я в ахуе. Зато тут на этой улице интересного больше, чем, блядь, вообще за весь стрим происходит. Реально, в следующий раз буду просто сидеть, смотреть, как тут люди гуляют. Нихера себе. Тачка-то нормальная, блядь. Что, барыга, да? Опа, смотри, что-то продает, походу. Угу. Что такое? Бюджет. Там мужик дверь открыть не может, блядь. А, машина уехала. Да, печальная обстановка. А вот она, эта хуйня едет, я понял. Сука. Я не понимаю, а зачем, блядь, в этом районе катается эта машина с мороженым? Там что, реально кто-то, блядь, может взять и купить мороженое, остановить машину? По-моему, дверь разбитая, если я не ошибаюсь. Вот кому? Вот наркоман обдолбался такой, о, хочу мороженое. Или я думаю, там вместо мороженого? Точно, блядь! А под видом мороженого барыги продают этим местным жителям здесь... Кое-что другое. Пиздец. Охуеть. Что за бизнес, сука? Так это из... Что это за женщина с палкой ходит, блядь, туда-сюда?
Это... Подожди. Это тачка мороженщика спалила твое реальное местоположение. Это грабли, она с граблями ходит по району, блядь. Зачем? Смотрите, они, ну, эти острые такие железные грабли, блядь. И она просто ходит, кого-то типа ищет. Это сапка? Да я хуй знает, вилы, грабли, я не знаю. Мне ощущение, что захуярить может кого-нибудь так, чисто по приколу. Мужик просто катается, что это, блядь. Давайте ускорим, наверное. Охуй. Ой. Ладно. Ничего интересного, наверное, здесь больше не будет. О, Гойда. Ну, полицейские все-таки в этом районе, да, ходят, патрулируют. Ляска. Лос-Анджелес. Во, ну это другое дело. Во. О, ля, сука, смотрите, что тут есть. Ля, ебать, Венес Бич. Ты. Ну, вот это другое дело. Но все-таки в Лос-Анджелесе тоже есть определенные районы, которые бы, на которые было бы интересно поглазеть. GTA, да-да-да-да-да. Ну, это какой-то сервер слишком переполненный. О, а я там был, кстати, в GTA-шечке, да-да. У меня там PvP было. Ебаля. О, бомж спит. Не, ну видите, сразу другая картинка. Все, сразу вот показана прям такая яркая, классная жизнь. Я Алёша, милый мальчик, я Алёша, сяду в танчик, я Алёша.